Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о гороскопе уже на август 2021 года. И поговорим о знаках зодиака, которых ожидает финансовое благополучие в последнем летнем месяце 2021 года. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают эту интересную информацию. Давайте вместе с вами заглянем в финансовый прогноз для знаков зодиака, который подготовили нам звезды, чтобы понять, кому же в августе повезет из знаков зодиака, и они действительно смогут разбогатеть, избавиться от всех возможных материальных проблем и действительно стать по-настоящему счастливыми людьми. И вы знаете, некоторые знаки зодиака по звездам будут ждать интересные и яркие события. Вы точно найдете, чем заняться, сможете поменять свое рабочее место, работу, а возможно даже и род деятельности. Поэтому не стесняйтесь в августе менять свою жизнь, и при этом делать это кардинально. И, конечно же, звезды нам в помощь. Ну, а тот, кто не боится рисковать и дальше инвестировать в свое саморазвитие, в свое обучение, действительно станет настоящим счастливчиком. И эта волна удачи аж пройдет до конца 2021 года. Итак, кто же эти знаки зодиака? Итак, Телец. Уважаемые тельцы, в августе вам нужно задуматься о своих каких-то новых знаниях и навыках. Если вы сможете научиться чему-нибудь новому, то вы действительно сможете стать счастливыми и действительно получить деньги от тех видов деятельности, которые еще раньше вы только могли мечтать. И помните о том, уважаемые тельцы, что саморазвитие вам не помешает, и вы можете рассчитывать уже на более высокую должность, соответственно, зарплата также окажется больше. Поэтому, уважаемые тельцы, именно в августе звезды открывают вам такой шанс, который вы должны обязательно использовать. Если вам предлагают пройти какие-то тренинги, обучение, и это все особенно бесплатно, обязательно беритесь. Откладывайте все остальные дела касательно друзей, знакомых, путешествий на потом. Сейчас для вас звезды открывают вот такой вот коридор, в котором вы можете пройти обучение, развиваться. При этом, возможно, вам обучение могут предложить совсем другой деятельности. Например, вы были бухгалтером, вы были финансистом, а вам предлагают, например, заниматься проектированием чего-то, да, или работать в сфере недвижимости. Уважаемые тельцы, если там денег намного больше, да, нужно пройти обучение, да, наш мозг должен перенастроиться, но это того стоит. Так что, уважаемые тельцы, пробуйте, и у вас обязательно все получится. Следующий знак зодиака – это Овен. Уважаемые Овны, в августе ожидает вас повышение по карьерной лестнице, а также большое количество проектов и воплощение многих идей в реальность. Но для этого вам придется попробовать что-то новое или немного, возможно, подтянуть свои навыки. Многим окружающим людям, кстати, может не понравиться то, что будут делать Овны в августе, и, возможно, вы даже натолкнетесь на какое-то осуждение. Но, пожалуйста, не обращайте на это внимания, ведь вы обладаете достаточно хорошей интуицией и никогда не боитесь перемен. И также вы сможете и разбогатеть, и улучшить свое финансовое положение. И у Овнов в августе будет много возможностей показать себя. Уважаемые Овны, вас ожидают действительно серьезные изменения в вашей жизни, и это существенно повлияет на ваше материальное положение. Поэтому, Овны, в августе не обращайте внимания на сплетни, на хейтеров, на всяких людей, которые пытаются вас сбить с толку, которые пытаются сбить
с вашей дороги, которую, возможно, вы уже выбрали. Даже если это ваши родители, дети, родственники, которые вас отговаривают и говорят, что это не надо этим заниматься, зачем, а вдруг не получится и так далее. Уважаемые овны, ваша интуиция, слушайтесь ее, и вы увидите, как ваша жизнь может измениться. Следующий знак зодиака – Козерог. Уважаемые козероги, вы должны задуматься о новом бизнесе или в первом в своей жизни каком-то собственном деле. И это именно должно произойти в августе. К тому же многие представители данного знака зодиака мечтают об этом уже давно, и вы даже начали откладывать деньги в начале этого года в связи с теми событиями, которые происходят в вашем регионе и вообще в мире в целом. И вознаграждение найдет козерогов совсем скоро. За хорошо проделанную работу вы сможете получить достаточно крупную сумму денег. Вы даже сами будете удивлены, что неужели я так могу зарабатывать такие деньги в своей жизни? И обращаю ваше внимание, что козероги даже уже в конце августа сможете раздать все свои долги и погасить кредиты. Поэтому этот период не очень подходит для путешествий, уважаемые козероги, в дальние страны, потому что есть большой риск стать обманутыми. Поэтому обращаем ваше внимание, козероги, дерзайте, и у вас обязательно все получится, звезды на вашей стороне. Следующий знак зодиака – близнецы. А вот близнецам звезды рекомендуют быть более осторожными при знакомстве с новыми друзьями и деловыми компаньонами в августе. Почему? Потому что их жизнеспособность полностью зависит от других. И, уважаемые близнецы, в вашем окружении появятся недоброжелатели, которые будут вам постоянно завидовать и ставить палки в колеса. При этом этих людей вы не будете почему-то замечать. Как только близнецы попрощаются со своими долгами и наладят общение с окружающими людьми, вы сами заметите, как начнет постепенно, потихоньку улучшаться ваше финансовое положение. Поэтому, близнецы, в августе будьте осторожнее с друзьями новыми именно, с новыми знакомствами, даже если вроде на первый взгляд вам и кажется, что это знакомство принесет вам долгосрочные какие-то перспективы, проекты, интересные идеи и какое-то интересное совместное взаимовыгодное сотрудничество. Продумайте 100 тысяч раз перед тем, как принимать решение. Далее стрелец. Уважаемые стрельцы, вам нужно будет поработать достаточно плодотворно в августе для того, чтобы заиметь деньги. Вы, уважаемые стрельцы, можете обратить внимание, что вы можете найти себе идеальную работу или даже сами для себя неожиданно поменять род деятельности. Поэтому, если вам предложат, уважаемые стрельцы, запустить какой-то необычный проект, обязательно соглашайтесь, так как за это будет достаточно, за вознаграждение будет достаточно крупная премия. И даже если вы думаете на первый взгляд, что у вас это не получится, возьмите в себе людей, которые умеют работать, умеют делать. Станьте организатором, станьте, знаете, вот человеком, который ведет свою команду. Пусть это будет 1-2 человека, но вы в общем итоге вы заявите о себе и, соответственно, в будущем сможете еще больше зарабатывать.